Ну что, видите, вот. Это был бой. Сейчас, по-моему, это крузеры были. Ice Cold черный. Смотрю интервью с Гендлином. В общем, Гендлин — это, конечно, мой новый, ну как называется, кумир, не кумир. В общем, мой новый авторитет. Так, вырубаем. И очень он похож на моего старшего великого друга. Да. Ну, все не случайно, понимаете? Опять же, тут я ничем не отличаюсь. Всем нравится Гендлин. Не только мне. Ну, может быть, не все пытаются понять, чем именно он нравится. А я-то как раз это понимаю. Но он нравится тем, что... сейчас скажу. В общем, он... короче, он честный. Но честность — это тоже такая субстанция. Собственно говоря, все является разновидностью артистизма. То есть честность — это тоже своего рода артистизм. Ладно, я подумаю и завтра скажу. Спокойной ночи.